Тюмени стартовало обучение в областной школе вожатых. В этом году подготовку в ней пройдут около 40 человек. Это студенты вузов, колледжи и старшеклассники. Курс рассчитан на 2 месяца. За это время ребята познакомятся с основными законами возрастной психологии и научатся проводить различные игры и праздники. После аттестации они получат свидетельства, которые позволят трудоустроиться. Практику вожатые пройдут на базе Ребячей Республики и Олимпийской Ребячки. Инструктивные выезды проводятся для того, чтобы мы могли, пронаблюдая ребят уже непосредственно в их деятельности, где они могут проявить свои какие-то творческие, интеллектуальные способности, заявить о себе как вожатым, мы просматриваем ребят и выбираем только лучших.